всем привет, а давненько не было новостей о мире гимнастики. Поэтому в преддверии нового года я расскажу о самых важных последних событиях в мире гимнастики и около нее. И начать хотелось бы с главной новости последних дней, о которой, наверное, только ленивый не написал в комментариях под видео. Это рождение дочки у многократной чемпионки мира и серебряной призерки Олимпиады Яны Кудрявцевой и хоккеиста Дмитрия Кугрышева. 25 декабря у них родилась дочь. Народ куда идет? Стучимся в дверь заветную. Стучимся в дверь заветную и встречаем. Кстати, недавно Яна рассказала в своем инстаграме интересную историю. Когда мы с мужем отдыхали на Мальдивах, я уже была беременна, но еще не знала этого. На фотографиях, которые я выкладывала в начале отдыха, я все время прикрывала живот. И Даша Радулова меня спросила, не беременна ли я? Она сразу поняла, хотя я об этом узнала спустя 5 дней нашего отдыха. Видимо, тело уже включило защитный режим и подсказывало мне, что есть изменения. Вот я неосознанно и защищала малышку внутри меня. А примерно месяц назад, 23 ноября, родила и сама Даша, но уже сына, которого назвала Гордей. Также интересными новостями из мира гимнастики стали дополнения к правилам соревнований на 2019-2020 год для пред-юниорок, которые наделали немало шума среди не только гимнасток, но и тренеров. Важно сказать, что дополнения будут действовать только на территории России. Если кратко об изменениях, то повысили стоимость нескольких элементов, а также вернули элементы из предыдущих циклов. И многие из них нам знакомы как фирменные элементы гимнасток, либо как элементы, которые принесли травмы гимнасткам. Интересный момент, что элемент утяшевый, на котором она повредила ноги в дополнениях к правилам, присутствует. Именно он и вызвал негативные комментарии некоторых тренеров. А также вновь появилась возможность соединять трудность тела, за что гимнастка будет вознаграждена. Ну а 21 декабря в Москве состоялось очередное новогоднее шоу олимпийских чемпионов, которое можно было посмотреть на бесплатной трансляции на YouTube. В нем приняли участие и члены сборной России по художественной гимнастике. Вот такими новостями я сегодня поделилась с вами, а теперь жду новостей от вас в комментариях. А мы увидимся в следующем видео, и всех с наступающим, люблю вас и пока-пока!